Всем привет! Пришел мне очередной заказ. Это кошелечек, женский кошелечек. Посылка долетела за 25 дней. Сразу видно, что упаковано достаточно хорошо. Внутри пакета чувствуются пупырки, хотя тут всего лишь кошелек. Плюс еще сам кошелек в пакетике лежит и в какой-то упаковочной бумаге. Ну вот, продавец положил какой-то сувенирчик. Очень здорово. Здесь нарисованы два миньончика в рождественских шмотках с колокольчиками. И это наклейка. Я вот очень долго возился, прежде чем убедиться, но вот получилось у меня спустя 2 минуты отколупнуть уголочек этой наклейки, чтобы убедиться. Приступим к осмотру самого кошелька. Здесь вот сразу кусочек кожи лежит. Видно, что этот кусочек трехслойный, так что это не настоящая кожа, а кожзам. Подобный кошелечек я уже заказывал раньше, и он себя достаточно хорошо показал по удобству, по износостойкости. Со временем, конечно, местами вытирается, но это будет еще не скоро. Цвет кошелька ближе к фиолетовому, такой, как и был заказан. Снаружи кошелька вытеснены вот такие симпатичные цветочки, и сама по себе кожа на ощупь чувствуется, что мягкая и толстая. Кошелек застегивается на молнию, молния металлическая. Расстегивается и застегивается без каких бы то ни было усилий. Внутри лежит упаковочная пена и даже силикагель, чтобы не отсыревал. Видно, что продавец бережет свой товар, заботится о нем. Ну и сам кошелек, он симметрично выполнен. Посерединке находится один отдел на молнии. И достаточно много кармашков с каждой стороны для различных карточек, дисконтных карт, календариков, фоток, чего душе угодно. Можно всякой ерунды сюда напихать. Объем отделения в принципе достаточный, деньги сюда должны влазить без проблем, наверное даже любые. Кошелек вроде бы внутри прошит во всех местах, на всех кармашках видны ровные строчки. В одном месте посередине шва кажется оборвана нитка, но я думаю, что это несущественно. Еще в одном месте я вот тут заметил, что какие-то остатки клея что ли. Непонятно откуда он здесь, если все прошито. Может быть все-таки не все прошито. Подозрительный момент, но в целом никаких косячков я тут особо не вижу. Так что за такие деньги кошелечек в принципе дешевый и качество его вполне себе приличное. На этом все, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео с распаковками. А также посетите группу ВКонтакте, называется она Кит Бугага, ссылку вы видите в подсказке. Группа не очень большая, там порядка 10 тысяч человек, но всякие полезные мелочушки там представлены, интересно полистать. Спасибо за внимание и не пропустите новые видео.